Каждый год накануне 8 марта в бассейне «Дельфин» проходят соревнования среди девушек. Воспитанницы спортивной школы «Икар» плывут несколько дистанций. Им на выбор кроль на спине, вольный стиль, баттерфляй и брас. Каждая дистанция по 50 метров. В соревнованиях принимают участие все наши воспитанники отделения плавания. Самый младший возраст – дети 2015 года рождения и младше. И самые старшие ребята у нас – это 2007 год рождения и старше. Ну, как вы видите, у нас на соревнованиях сегодня приняло очень большое участие детей. Значит, дети показывают свои достижения. Плавание – отличный вид спорта для девушек, несмотря на все стереотипы. Он развивает все группы мышц, дыхание, закаляет характер и приучает к дисциплине. Ксения Денисова – постоянная участница городских соревнований. На отделении плавания девушка занимается 6 лет. Я плываю 50 вольный и 50 на спине. 50 вольный я очень хорошо улучшила. И вышла из 31 секунды, этим я довольна, а 50 спина очень плохо проплыла, ухудшила сильно и на старте поскользнулась, из-за этого ухудшила. В конце дистанции проходило награждение в каждой возрастной группе. И если для младших воспитанниц большей наградой была грамота за призовое место, то для девушек постарше главным оказался результат. Я плыла кролем и кролем на спине. Свой результат оцениваю не очень хорошо. Ну, это связано с тем, что я только приехала с других соревнований и не успела остановиться. Я очень хочу остаться в этом виде спорта. Плавание люблю за то, что этот спорт развивает очень много групп мышц. Здесь в плавании я нашла очень хороших друзей, с которыми я хочу связать дальнейшую жизнь. И также очень хотелось бы побить свои же рекорды. Я плыла брасом и спина. Мне очень понравилось, это было интересно. За кроль на спине я получила грамоту за второе место. В марте спортсменки «Икара» будут готовиться к открытому чемпионату города. Он пройдет в апреле. Кроме того, наши спортсменки принимают активное участие в областных соревнованиях. Среди ближайших – Кубок сильнейших в Нижнем Новгороде. Наше отделение плавания хочет вас поздравить с замечательным международным днем 8 марта. Пожелать вам всем крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения.